Всем привет, доброе утро. Надо голову красить. Надо красить голову, потому что уже отросли, и я вижу много седых волос. Так-то можно было бы еще не красить, но седые очень светятся, поэтому будем краситься. Так, водичку пью. Хорошо. Так, где моя? Ой, подождите, что я? Я сначала кофе поставлю, потом я уже это самое займусь. Пропылесосила уже. Ну, я же каждое утро просыпаюсь. Утро у меня начинается не с кофе. У меня утро начинается с уборки кошачьего угла. Так. Выспалась я отлично, очень хорошо. Вчера, если честно, вот вчера вообще день не задался, с утра я проснулась опять с этой головной болью, то ли от этой жары, потому что вчера было так жарко, просто невероятно. Поэтому я проснулась вся с полубольной головой, еще это все тут, короче, навалилось. Ну и вообще, вчера был не мой день, как говорится. Так. Кофе окей, варится, а сегодня отлично. Кстати, зарядили дожди, и по погоде я смотрю, что в Англии дожди, не в Англии, а именно в Лидсе на всю неделю, как минимум, вся неделя в дождях. Ну, в принципе-то, как сказать, особо мне это, ну, нет, ну, конечно, не очень так уж прям приятно, но чтобы меня это угнетало очень сильно, нет. Я вообще, в принципе, от погоды раньше как-то зависела, сейчас нет. Сейчас я открываю творог. Чуть эту водичку можно вылить. Буду сегодня кушать просто творог, хочу творога. Не хочу ни йогуртов, ничего, хочу просто творога. Так, где моя длинная ложка, кто знает? Так, моя длинная ложка, и она... А где она? Вот она. Нашла. Нашла длинную ложку, потому что вот, видите, вот такая вот длинная ложка, она мне очень нравится. Я ее где-то, я ее украла. Ну, типа, взяла с какого-то кафе, по-моему. Я вообще, если честно, даже не помню, откуда они у меня. Так, ну я возьму вот столько творога, чуть-чуть я подсолю его и все. О! Прям хочу творога. Без ничего, без всяких вареньев, без ничего. Так, ну что у меня нового? У меня нового, что теперь уже моя Кармен очень подходит к фестивалю. Идеально уже там... Но мне уже как-то это, если честно, по барабану. Ну, неважно, будет и будет. А вдруг там столько много придет людей и столько много заплатят за билеты, что мы еще обогатимся с фестиваля. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Так, этот творог положим обратно в холодильник. Да, показывала такой творог. 275 грамм, 4% жирности, польский творог, нормальный. Ну, то есть настоящий. 1 фунт. 1 фунт это примерно €20. Не знаю, это дорого или дешево. Я не знаю. Так, сейчас, друзья, я знаете, что сделаю? Посолю. Блин, надо гималайскую соль купить. Просто творог с солью. Очень вкусно. У меня что еще? Вчера вечером я получила имейл от своих рокеров-австрийцев. Они изъявили желание, чтобы я им записала еще одну песенку. Но сейчас они изъявили желание, чтобы я записала песенку, короче, ну, не важно там какую песенку. Но очень важно, чтобы я записала две версии. То есть одну на их голосе полностью, а вторую... чтобы я изолировала скрипку, ну, то есть одну голую скрипку. Значит, я в наушник ставлю их бэк и просто голой скрипкой буду играть. Ну, как-то так. Я им сразу сказала, что может чуть-чуть не совпадать, потому что это импровизация. Они сказали, everything is perfect, what you do. Все, вопросов нет, дамы и господа. Так, так что сегодня будем... Ну, я не знаю, ли я сегодня буду писать, у меня сегодня урок...
У меня сегодня уроки, вообще у меня сегодня по плану, сейчас компьютер должны привезти. Примерно 40 минут назад они мне звонили, сказали, что в течение часа мы вам привезем ваш... Мы у вас должны приехать забрать компьютер, говорю, не вы у меня, а я у вас. То есть вы мне должны его привезти. Ай, ну я не знаю, надо посмотреть. Короче, лаптоп. Короче, мне привезут лаптоп мой. Вот мне только интересна одна вещь. Точнее, интересует один вопрос. Знаете, какой? Я когда покупала этот лаптоп в июле месяце, я на него покупала антивирус. И я так понимаю, сейчас этот антивирус уже все будет. Ну, я правильно же понимаю, если они все удаляют из компьютера, все программы, все-все, то и антивирус, я так понимаю, тоже все. Это, конечно, меня не очень радует, потому что сами понимаете, компьютер, в принципе, это говно. И это вам не Apple, где антивирус стоит сразу, и ты можешь быть спокоен. Ну, в принципе, я ни по каким таким особым сайтам и не лажу. Ну как? Иногда я лажу именно вот по русским сайтам, по там, где бэки ищу. Не всегда я могу найти хорошие бэки на определенных сайтах, и надо это все делать через русские сайты. Ну-ка, наберем кофе. Так, видите, какой аромат. Ух. Ух, такой крепенький заварила, что прям так. Так вот, по поводу, конечно, антивируса, это так себе. Ну, что ж уже поделаешь, ладно, тут... Ну, вообще-то там антивирус вроде как на год же. Бориска пристает! Пойди сюда, мой малыш. Ходи, вот он, вот он. Вчера, знаете, что он вытворил? Он же любит бегать на эту улицу. Сейчас, подождите, я ему помою тарелки, дам кушать. Он любит выбегать на улицу. Но раньше он как? Он раньше выбегал. Сначала выходил возле дверей, еще стоял, так типа смотрел, осматривался. Потом гулял тут по этому дворику туда-сюда. Нет-нет, там куда-то запрыгнет на контейнер, но... Там пробовал как-то запрыгнуть на забор, потом уже попозже. Ну так, еще все делал скромно и, ну, осторожно, и никуда он не убегал. Там, допустим, запрыгнет на забор, сидит и смотрит. А последние два дня, вот когда у нас тут был Римка последний раз на шашлыках, он уже запрыгивал на забор, храбрее все так делал, и уже пару раз даже попытался убежать. Ну, типа, выбежал на улицу, представляете? А вчера... Саня, короче, курил, пришел домой, не успел он открыть двери. Это все произошло, друзья, вот так вот, в считанные секунды. Саня, короче, не успел открыть двери, как Бориску просто снесло, как ветром, как пуля улетел. Я-то думала, что он просто во двор выбежал. Смотрю, Саня выбежал тоже из дома, ну потому что он так с порога развернулся, и смотрю, уходит куда-то за калитку. Приходит через, не знаю, минуты три, может, четыре. Этого вредного человека вот так вот несет на руках и говорит, что ты себе думаешь? Он за секунду выбежал из дома, сразу на контейнер, сразу на забор. Это все в секунду произошло. И уже угнал вообще в конец улицы. Представляете? Вот просто в конец улицы убежал. Так это, он может вот так убежать просто, раз-раз и все, и нет Бориски. Куда-нибудь заныкается, испугается, под какой-нибудь там камень засядет, и хрен ты его найдешь, этого дурачину. Все, теперь уже на улицу только строго под моим присмотром. И вообще надо, наверное, уже поводок покупать, просто на поводке буду выводить. Ну потому что реально он без мозгов же, думает, что там жизнь лучше будет. Кто тебя там кормить будет? Кто тебя будет там кормить? Кто тебя будет так тебя любить? Кому ты нахер вообще срался? Что ты тут плачешь? Куда ты собрался убегать? Вот вы понимаете, это я вчера ходила... Я говорю, вчера был вообще не мой день. Так, киси-киси. Ох ты, моя вонючка. Дразню чуть-чуть. Вот он. Ох, хороший мой малыш. Иди. Так что вот такие вот, представляете, дела. Решил убежать. Нифига себе. Я ему устрою. Тоже мне.
А, ну так вот, если вернуться к этому, к вирусу, к антивирусу точнее, то я компьютер... все, волосы... волосы везде залезли. Я компьютер покупала в июле, и практически сразу я и купила тогда, помню, антивирус. Ну так можно сказать, что год он отработал, а он же и на год и есть. Так что невелика потеря, скажем. Так, ну что еще? О! О! Приехали! Приехали мои мальчики. Так, иду я, сейчас я приду. Получилось, сейчас руки помою. На улице вообще дубак такой нереальный. Нереальный. Вот, смотрите. Вот он. Сейчас мы с вами распакуем. Так, давайте-ка я отнесу, наверное, свой завтрак в комнату. Так, сейчас я приду. Одну секундочку. Так, это можно убирать. Сейчас. Так. Сейчас я постелю себе салфетки. Всегда люблю кушать салфетками. Это не понты, мне просто как-то приятнее. Компьютер у меня сейчас уже будет. Буду ютубчик смотреть. Ля-ля-ля, хороший денек. Денек задался хорошо. На-на-на-на. Сейчас завтрак, мой завтрак, вот, творог и кофе, ничего лишнего. Ну-ка, давайте-ка откроем с вами вместе. Все, там было еще в такой пластмассовой коробке с такими закрыт, ну, с такими секьюр пластмассовыми. Lenovo. Не, ну понятно, как только все вернется, я заработаю денег, я буду Apple покупать. Просто в принципе хочу Apple. Так, я еще подзарядку добавила. Вот, подзарядка. Коробку, наверное, мы еще выкидывать не будем. Мало ли что с Lenovo может произойти. Lenovo не в Африке. Коробку мы выкинем, знаете, куда? В подвал. Сейчас я ее кидаю. Коробка улетела. Еще раз помою руки. Мылом. Так, и сейчас мы посмотрим вообще, что тут у нас с компьютером. Надо его протереть, наверное, сухим полотенцем. Потому что влажными тряпками не хочу протирать. Так. Полотенце кину стирать. Так. О! Смотрите! Даже вот что. Так, давайте почитаем. Your repair report. Customer name Mogish. Ну, потому что на Mogish я почему-то покупала. С его просто eBay мы покупали. The issue you reported was caused by a faulty hard drive and corrupted operating system. Ну да, этот самый полетел. Полетел, короче, жесткий диск. И он, ну, в общем, подверг всю операционную систему... В общем, медным тазом накрыл. What we have done? We have replaced the part listed below and reinstalled your operating system. Мы заменили эту деталь. Part replaced. Что заменили? Вот написано hard drive. И переинсталировали вашу операционную систему. To help prevent issues in the future, we have also updated your BOS. Ну, для того, чтобы защитить такие подобные неполадки, мы еще апдейтили... Что-то BIOS. Я не знаю, что это такое. We then ran system checks to ensure your issue has been fully resolved. Ага. Потом мы все полностью просканировали, пробежались, ну, типа, включали несколько раз ваш компьютер, чтобы проверить, все ли окей. Your software. As we have reinstalled operating system, any previously installed software, such as Microsoft Office or antivirus programs, will require reinstallation. Так что у меня тут не будет даже Microsoft Office. Microsoft Office, ну это не страшно. У меня Microsoft Office есть на моем iPad, на худой конец. Но я заинсталирую, это не проблема. Вот, и написано, что антивирус нуждается в реинсталляции. Along with the setup of your user and email accounts. Ну, понятно. If you require any help with this, please visit our website, or
to speak. Ну все, все мне сделали, все, отчет положили. Ну прям, слушайте, приятно так вообще. Все равно соскучилась, ну понимаете, без компьютера жить как-то так скучновато, могу сказать. Не, ну понятно, у меня там iPad, у меня там 2 айфона, я там не умерла, но как-то удобнее, все равно с компьютером. О, включается. Включается. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут будет. Все будет по-новому. Надо вообще как-то это, owner, welcome owner. Надо какой-то, чтобы был порядок вообще в компьютере. Ну, потому что у меня, я там что-нибудь качаю или что-нибудь пересылаю, или какие-то документы делаю, все на десктопе. Потом просто создаю одну какую-то, одну папку, просто называется десктоп, ее открываешь, там абсолютнейший бардак. Ну, в общем, надо как-то... Ну, я вообще не программист, для меня это все вот эти дела, это... Ой, нет, это все не мое. Не мое. Нет. О боже, это уебанская машинка, фирменная, леновская. Так, давайте, наверное, мы сразу к интернету подсоединимся. Not connected. Connections are available. Я знаю, что are available. Так, ну все, друзья, буду я это самое. А, ну вот сейчас я попью кофе. Так, Бориска, там еще на творог мой не по... Так, вот этот secured. Одну секундочку, сейчас мы сделаем... Паспорт. Сейчас, друзья, подождите. Паспорт для интернета. Ага, большими буквами R. Тогда это dash salt. Dash molar. Next. Так. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. О! Все! Интернет есть! Отлично! Все, интернет есть. Пока что я в Microsoft зайду. Edge нету здесь Google, естественно. Просто этот, ну, как этот? Microsoft Explorer есть. Google. Так, все. Так у меня, знаете, какие на сегодня планы? Сейчас я покушаю, посмотрю ютубчик по своему новому компьютеру. И тогда, не отходя от кассы, никакой вышивки, ничего, я приступаю к чистке вытяжки. Потому что вытяжка в ужасном состоянии, и пора мне уже добраться, ну, вот эту вторую половину почистить, потому что здесь все почищено, где мы с вами сейчас стоим, а вторая половина там полный пипец. Поэтому надо чистить, и я уже хочу как-то... Сегодня среда. Ну, подумаю, может, даже в субботу начну клеить обои, если я все сделаю. Так что все. Утро началось прекрасно, надеюсь, что и у вас тоже. Все, мне доставили компьютер раньше на 2 дня, это тоже хорошо. Все отлично, жизнь прекрасна.